Указом президента изменено название памятной даты 22 июня. Теперь это день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. На нашей земле фашистами было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Беларусь и Россия отменят плату в роуминге с 1 апреля. Ранее между странами были значительно снижены тарифы. В связи с этим увеличилось количество входящих вызовов в 1,5 раза, исходящих в 2. Также абоненты стали чаще обмениваться СМС-сообщениями и пользоваться интернетом. Минэкономики объявляет о старте с 1 апреля национального конкурса «Предприниматель года». Желающие должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти по месту госрегистрации. Документы принимают до 1 июня. Участие бесплатное. БелЖД расширила возможности оплаты электронных билетов. Теперь пассажиры могут приобрести квитки на сайте или через официальное приложение «БЧ Мой поезд» с помощью карты МИР. Система внедрена как альтернатива Visa и MasterCard. Беларусьбанк предупреждает о новой схеме мошенников. От имени официального представителя злоумышленники отправляют в Viber или Telegram фишинговое сообщение о возможной блокировке приложения и прикрепляют вредоносный файл. Устанавливать мобильный банкинг можно только из Play Market и App Store.